Журналистский материал как повод для большой проверки прокуратуры. На одном из интернет-порталов региона была опубликована статья о нарушениях трудовых прав осужденных в колонии поселения номер 12 села Шиликша Кинешемского района. Сотрудники профильной прокуратуры вызов приняли и провели по факту внеплановую проверку, в ходе которой выяснили, озвученные в СМИ факты отчасти верны. Так, зарплату осужденным не всегда выплачивали вовремя, режим рабочего времени иногда нарушали и не выдавали положенных по трудовому законодательству средств защиты на сельхозпроизводстве. Виноватых тоже нашли. Должностное лицо получило дисциплинарное взыскание, вся колония оштрафована. Возбуждено 2 дела об административных правонарушениях в отношении исправительного учреждения, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Его рассмотрение находится на контроле спецпрокуратуры. За административные правонарушения в сфере трудовых прав осужденных предусмотрено административное наказание в виде штрафа в сумме до 30 000 рублей.